В рамках празднования Международного олимпийского дня в нашем городе прошли спортивные соревнования, центром которых стала площадь около Дворца культуры «Дружба». Сбор гостей и участников праздника, а это более 200 человек, начался с раннего утра. Воспитанники школ, представители организаций и учреждений города смогли попытать свои силы в разных видах спорта на созданных игровых площадках. Сегодня день, когда вы можете посоревноваться друг с другом, показать свои умения, навыки, которые вы приобрели вместе с вашими тренерами, преподавателями в течение учебного года. И очень хорошо, что в нашем городе есть условия для занятия спортом. Хочется пожелать вам удачного, хорошего проведения сегодняшнего дня, чтобы вы пришли домой с кучей впечатлений, рассказывали о том, что сегодня было, кого видели, кто победил своим близким. Дети младшего звена участвовали в веселой зарядке, пешеходном туризме, командной эстафете. Помимо спортивных достижений, все они получили массу удовольствия от происходящего. Молодое и более старшее поколение соревновались в волейболе, гиревом спорте, армрестлинге. Одним из самых интересных моментов праздника стали показательные выступления воспитанников школ единоборств по боксу и греко-римской борьбе. Антон Дубаневич 6 месяцев занимается борьбой и уже не раз участвовал в соревнованиях как городского, так и регионального масштаба. Здесь, на показательных выступлениях, он смог продемонстрировать все то, чему научился, одержав победу над соперником. О своем выборе этого вида спорта Антон говорит весьма коротко и со всей серьезностью. Юный спортсмен поделился и своими планами на будущее. На протяжении полутора часов дети и взрослые в равной степени подтверждали тот факт, что активный образ жизни – это залог здоровья, бодрости и хорошего настроения. Ирина Пивоварова, Вадим Пласмин, Александр Трегубов. Наш город.